конечно, надо одеваться прилично, ну и как, ну, чтобы, ну и как тебе нравится, ну и прилично, естественно. За модой, я думаю, что следить, конечно, надо, но если вот сейчас новая мода, например, носить, ну, такую-то куртку, а человек, ну, не такую не носит, я думаю, за этого винить его ни в чем не надо, то, что он ни в чем не провинился. А так, ну, желательно следить. Ну, да, нужно. Потому что это современно, как бы, чтобы не выделяться. Ну, или наоборот, выделяться. Чтобы в обществе было все. Чтобы все слушались там модам. Я считаю, что мальчишкам за модой следить не надо. За модой не... Надо сидеть только, когда вы идете куда-то на вечеринку, на балет. А как в жизни? Ну, можно приодеться только... Нет, нельзя. Почему? Потому что это будет не гангстерина. Да. Не потому что... Как некрасиво ходить? Ну, надо, конечно. Мальчикам это, конечно, не совсем надо, а девочкам это просто это не угодишь. Им главное это нарядиться покрасивее. И вот, наверное, они любят наряды. Потому что они, ну, такие нежные, красивые, вот. И они сережки носят, это им нравится, платье, красивые туфли, босоножки, шляпы, панамки красивые. В общем, девчонки сильные модницы. Да. И мальчикам, и девочкам нужно это всем.